Доброго времени суток всем. Сейчас мне предстоит поменять крышу на вот этот Ford, по-моему, 250, если не ошибаюсь. Алюминиевые, они Форды, я уже раньше говорил, но еще раз напомню. Весь алюминиевый, за исключением вот этой перегородки, вот двигатель от кабины. Только она железная, остальное все алюминий. Придется вот это, наверное, как-то приварить обратно. И крыша горела, машина горела внутри. И ну, за счет того, что она алюминиевая, в принципе, не надо большой какой-то температуры, чтобы ее повело. Но здесь очень хорошо видно. Крыша вот в этой коробке. В принципе, ничего сложного. Она тем более, что по бокам она крепится на болтах. Сейчас я покажу. Вот болты, и вот так все пошло болтами. Вот здесь вот только заклепки и сзади. Hi everyone, I have a Ford F250, I believe, cab. I'm gonna change the roof skin and also weld that piece right here. Weld it back, put some rivets on. And the roof skin is right there in the box. So let's start. Крышу снял, сейчас мне надо вот это все зачистить. Вот там вот клей. Также мне надо будет вот эти заклепочки с внутренней стороны зачистить, чтобы здесь были просто дырки без заклепок. Ну, спереди то же самое. И вставлю эту новую крышу. So now I have to clean all the glue, silicone, take off those rivets also from the back, and install the roof skin.
закончил кабину, не смог нормально даже закончить ее. Но так как она горелая была, то здесь как бы не должно быть ничего такого страшного. То есть она не битая была. Что я имею в виду, не мог закончить. Крыла у меня здесь нету. Двери вот эти перекошенные. Сейчас я вам покажу, чтобы более-менее наглядно было понятно. Вот, сейчас, допустим, вот здесь, если смотреть, дверь внизу западлицо, вверху выступает. То есть самая большая проблема вот здесь, она вся перекошенная. Ну, короче, мы говорили с владельцем машины. Здесь зазора вообще нету никакого, потому что вот здесь вот все тоже помятое, подмутое. Короче, он пришел, посмотрел, он даже не заметил, что такие двери поставили. Вот здесь вот. Говорит, что эти двери выкидывать будет, он вообще привезет другие, но это уже привезет он другие шпаклевщику. Мне здесь как бы они не нужны. Здесь, в принципе, я как бы сильно не выставлял зазор, но зазор есть. С той стороны не смог поставить. Здесь зазор вроде бы есть, а здесь то же самое, вот дверь побитая. Но они не рихтуют здесь двери, чтобы не были шпаклеваны. Они их просто меняют. Крышу я, по-моему, поставил уже. Just finished the cab, so I'm sending this to the bundle guy, the cab and the bed. They're gonna bundle it. If there should be bundle, the doors are gonna be changed. Four doors, they're gonna change them. Also didn't have fender here, but shouldn't be a problem because the car wasn't in a car accident. It just was in a fire, so just burned the roof skin, I think you remember it, and that's pretty much it.